Изготовление работ начинается с оцифровывания слепочной модели в оптическом сканере. В программе Dental Designer зубной техник моделирует индивидуальный абатмент и анатомическую коронку на компьютере. После того, как моделирование завершено, готовый STL-файл отправляется по интернету на сервер компании Bego в город Бремен, Германия, где через программный пакет Citrix зубной техник от CAM совершает необходимый контроль качества на наличие ошибок по параметрам, установленным инженерами компании Bego. Это могут быть, например, тонкие стенки коронки или недопустимый угол наклона абатмента. Это первый этап контроля качества. Затем отправляется запрос на просчет в технический отдел компании Bego, который подготавливает НЦ-программу, совершив необходимый контроль полученных STL-файлов. Это второй этап контроля качества, после которого цифровой отдел компании Bego присылает в наш CAD/CAM-центр из Бремена по интернету путь фрезы, то есть путь каждого инструмента при изготовлении индивидуальных абатментов и анатомических коронок. Для изготовления индивидуальных абатментов используется сверхточный швейцарский семиосный станок «Полный автомат», при изготовлении в котором руки инженера и зубного техника не касаются деталей и выходят из станка на 100% обработанными. Уже в октябре 2015 года проведена инсталляция швейцарского станка под ведущие имплантационные системы. Теперь в немецком зуботехническом центре CAD/CAM Bego можно изготовить индивидуальные абатменты не только для имплантационной системы Bego Simados, но и для XIFA, Stratege, Trauman и Noble Replace. Перед вытачиванием в немецкий станок помещается диск с диоксидом циркония, а в швейцарский станок загружается титановый пруток. Изготовление смоделированных изделий происходит параллельно, то есть на одном станке вытачивается посадочная часть и шахта под винт индивидуального абатмента, и в это же время на другом станке происходит вытачивание анатомической коронки или мостовидного протеза из диоксида циркония. После максимального вытачивания происходит отделение абатмента от места соединения с титановым прутком и дошлифовывание его поверхности в станке фрезой. В результате получается индивидуальный абатмент с идеально шлифованной поверхностью и обладающий наивысшей точностью, посадки абатмента в имплантат, смоделированные поверхности и прилегание коронки на этот абатмент. Данный швейцарский станок широко используется в производстве швейцарских часов. Одно упоминание о швейцарском качестве и немецкой точности позволяет гарантировать безупречный результат. После изготовления коронки в станке зубной техник удаляет коннекторы, места соединения коронки с диском, и зашлифовывает эти места. Далее работа обжигается в специальной печи синтеризации фирмы Декема Германия при высоких температурах в течение нескольких часов. Затем зубным техникам наносится специализированная керамика EMAX немецкой компании Ivoclar. В результате проведения трехэтапного контроля качества инженеров Bego и зубных техников нашего CAD/CAM-центра, передовых немецких технологий и новейших специализированных программ, в кратчайшие сроки изготавливаются высококачественные индивидуальные титановые абатменты, анатомические коронки и мостовидные протезы из диоксида циркония, нужной формы и прикуса, наивысшей точности и безупречного качества.